Зачем вводить в России новую форму денег – цифровой рубль? Для начала еще раз напомню, что цифровой рубль – это третья форма рубля, которая появится в дополнение к уже существующим наличным и безналичным деньгам. Цифры рубли можно будет использовать точно так же, как и обычные купюры и монеты, банковские карты и электронные кошельки. Расплачиваться за товары и услуги, делать переводы. Очевидно, что популярность безналичных платежей и переводов постоянно растет. И цифрорубль поможет сделать эти операции еще удобнее. Во-первых, это доступно. Цифровой кошелек не привязывается к определенному банку. Он будет доступен из любого интернет- или мобильного банка. При условии, конечно, что этот банк подключен к платформе. Во-вторых, это безопасно. Операции с цифровыми рублями будут проходить на платформе регулятора и защищены с помощью криптографии. В-третьих, это быстро. Транзакции через цифровой кошелек будут проходить почти мгновенно и без пауз, 24/7. Это касается как переводов между людьми, так и платежей на кошельки компании. Важно понимать, что операции с цифровыми кошельками станут самым дешевым способом платежей и переводов. Можно будет настроить автоплатежи и автопереводы цифровыми рублями. Например, оплату коммунальных услуг или интернета. Единственное условие для таких платежей и переводов у другого человека или организации, которым вы хотите отправить цифрорубли, тоже должен быть цифровой кошелек.